Бегу на службу. Меня забыли предупредить, что я пою. Бегу неведомыми тропами. Тут какие-то холмы, сугробы. Еду уже с другой службы, с центра Москвы. Ой, уже опаздываю. Мама родная, как тут пройти? Какой-то холм. Хоть с него кубарем катись. Ребенок катается на санках. Храм впереди. Сейчас попробую с горы это пешком не скатиться, желательно. Так. Ой, кошмар. Еще немного, еще чуть-чуть. Ой. Так, бегу, жива-здорова, не упала. Так, дальше собачьей тропой. Кто-то свою дубину тут забыл. Снег уже полные ботинки. Бегу. Сил моих нету. Еще вот этот весь забор обижать осталось. Охранник идет. Все, добежала. Это понятно, но все-таки не только за нашу, за нас решили, кто бы нам величин. А мы соглашаемся, и нам будет. Либо не соглашаемся, потому что иначе, вот сейчас что, ну он богослов, все набрал. Сейчас там много, же, что кто не будет принимать, будет, не будет, все-таки воля человеческая. Ну, в принципе, да. Понятно, сейчас идет объединение религии, это точно, к нам прут. Католики в храм. Она говорит, а нам разрешает. Я говорю, как вам разрешает? А так нам батюшка говорит, в любой храм ходите, в любой, везде Бог. Это говорят, сейчас вот так учат католиков. То есть объединение церкви. А, ну почему объединение? Потому что будет антихрист, который скажет, начнутся войны. Ну, за религию, когда объединение. И скажет, давайте все отменим. Отменять все, все едино. Все. А я и есть. В чем смысл это объединение? А он уже подменит настоящее и...
рублей 500 будет. Возьму. Да? Ну, длинноватый, в общем, можно ушить, там их подшить. В принципе, нормально. Иду себе, никого не трогаю со службы. Люди смотрят на меня, улыбаются, косятся. Вот и думай, не то я такая волшебная, не то зрители Самвела в Москве развелись. Я тут иду первый раз этой дорожкой. Куда же мне дальше? Ну, пойду сюда. Купила себе джинсы. Надо будет ушить, правда. 400 с чем-то рублей. Хорошие фирменные джинсы. Нормально. Снежный воздух очень вкусный. Всем желаю хорошего настроения. Всех благ. Но сегодня не получилось снять, как я пою. Ну, ничего страшного. В следующий раз. Пока. Здравствуйте, да. Добрый вечер. Да, как у мамы дела? Мама удрала на дачу. Я ее видела. Нормально, слава богу. Да, она говорит, поправляется. Да. Потому что столько лет она с этими ногами. Ну да, да. Вот, а сейчас хотя бы у нее, ну, болит. Ну да, Маркс и Спенсер фирма. Ой. Ну что, нормально, 400 с чем-то рублей. Вся радость жизни за новые джинсы. Нормально.